Всем привет! У нас сегодня очередная распаковочка. Выходные дни, съездили по магазинам. Что мы, значит, купили? Бананы. Бананов у меня несколько пакетов. 86 рублей. И вот еще пакетик на 46 рублей. Дальше хлеб с грецким орехом. Уже показывала. Вкусный. Не плесневает. Не плесневеет. Целую неделю он спокойно хранится. Ну, вот дней 5 на рабочую неделю хватает. Дальше. Вот такой карбонатик. 234 рубля за килограмм. Получается 699. Недешево. Ну, и недорого. Зато вкусно. Вот. 119. Вот такая колбаска. Потом еще вот такая колбаска. Она как вяленая больше. Сальчичон. 186 рублей. Вот сыр Брест-Литовский. Он что вот классический, что Маасдам, весь был по 129 рублей. Вот дальше. Телятина у нас. Вот у нас насколько потянул пакет. 1274. Тут кило 300. Такая приличная очень. Тут несколько кусков. В общем, разделю нормально. Фарш. Немножко потек. Прижался. 430 рублей. Это свинина-говядина. И вот такая вот говядина. Говяжий гуляш. 452 рубля стоит. Потом мандаринки. Вот эти помельче. Они на 78 рублей. Вот эти 220. Так, и вот у нас, как он правильно называется, сет форель, 899 рублей. Немножко тоже, видите, тут смялся по середочке. Масло 109 рублей, оно было по акции. Одну бутылку взяла. Дальше у меня просто все не поместилось, сейчас пакеты буду доставать. Так вот, печенка Яшкина. Печенье 46 рублей. Ну, как бы, вполне, да, цена приличная, нормальная. Потом грибы, шампиньоны. Шампиньоны 99 рублей. Только пачечка эта. Потом вот ягодки у нас идут. У нас две ягоды. По 109 рублей. Это коктейль сделать. Дальше. Такое безешко кокосовое 119 рублей. Не брала. Первый раз вот взяла. Попробуем. Дальше, что у нас еще тут? А, мне очень нравится в глобусе вот такой вот у них вареница продается. Лимон с имбирем в чай, вообще бомба. И вот такой вот мне очень нравится с черной смородиной тоже в чаек класть. Они по 86 рублей. Дальше, что у нас тут? Сливки. Вот сливки, честно говоря, ребят, не помню. Чек электронный. Вот не помню, сколько сливки. Соевый соус к суши, к сету. Дальше вот такой вот ананасики взяла себе. 171 рубль. Вот. Ой, простокваша. Дима себе взял. Простокваша 80 рублей. Потом что? Вот такой вот еще хлеб. Такой вот лепешка домашняя 37,99. И самое главное, мы взяли для кофемашины капсулы. Они бывают редко очень по акции. Вот такие вот, где подписано крепость. Ну, насколько крепкий кофе получится. Вот восьмерки мы взяли. Семерку. Ну, это для Даши послабее немножко. И вообще Дима любит вот десятку у меня. Крепкий кофе он пьет. Без сахара. Ну, нравится вот ему. Так что, ребята, вот такие у нас покупки. Столько много всего у нас сегодня получилось. Всем пока. Если есть какие вопросы, задавайте, пишите. Всем отвечу. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал.